Как известно, сегодня в европейской столице опять сняли табличку Олесю Бузине, убитому у подъезда своего дома. Табличка висела на его доме, и вот этим гражданам, которые приходят и снимают табличку, вот им, ну, можно сказать просто мягко, им делать нечего. Потому что, ну, зачем вы претесь туда, где жил человек? Она вам мешает, она же не на Майдане висит вашем. В общем, они ее сняли опять и повесили туда табличку с двумя гражданами, которые, собственно, Олеся и убили. Ну и что после этого? Ну, давайте я вам покажу фокус-покус. Абра, швабра, кадабра. Граждане, которые борются даже с мертвым писателем, который ничего плохого не сделал, могут найти эту табличку на станции метро Шулявская в общественном туалете. Поторопитесь, ребята.